Зрение – важнейший способ восприятия мира человека. Человек, лишенный зрения, не может видеть небо и солнечный свет, зеленеющие деревья и цветы, и даже своих детей. Кто-то отчаялся и сдался, кто-то продолжает жить нормальной, обычной жизнью. Насколько это возможно? Все зависит от самого человека. Отчаяться легко, трудно до конца оставаться сильным. Жизнь Анны переменилась в 17 лет. Зрение ухудшалось постепенно. Общительная, приветливая женщина не унывает и ведет активную жизнь. Поет в хоре «Отрада» и участвует в музыкальных фестивалях. В обществе слепых состоит уже 45 лет. Помогают любимые дети и внуки. Она часто выходит во двор послушать пение птиц, почувствовать свежий воздух и ощутить на себе теплый свет солнца. Я уже привыкла. Ну, где-то люди помогают, где-то я спросила, что куда-то мне надо идти куда-то. Я живу в микрорайоне в 12-41 доме. У нас очень хороший двор, мы сидим всегда вечерами, да. У меня хорошие внуки, я хвастаюсь, что они без вредных привычек. А старший у меня преподает в школе, а младший в университете, там же работает, там закончил, там и работает. В крае общество слепых объединяет более 10 тысяч инвалидов по зрению. В анапском обществе 315 человек. В обществе слепых насыщенная жизнь. Участники занимаются спортом и творчеством. Участвуют в конкурсах, ездят в турслеты. Работает кабинет реабилитации. Проводятся компьютерные курсы, кружок художественной самодеятельности, спортивные и интеллектуальные занятия. А множество кубков, грамот и медалей подтверждает, у каждого члена общества свое хобби. Ряд мероприятий спортивных прошло у нас в этом году более-менее успешных. Мы заняли первое место в Кучегурах на спортивном фестивале «Три в одном». Третье место в интеллектуальном бизнес-марафоне «12 стульев». И на уже российском уровне семейных команд «Три в одном» заняли третье место. Сегодня планируется у нас торжественная часть, поздравления, там, вручение грамот, небольших как бы денежных вливание от краевой организации особо нуждающимся на мероприятие. Далее концерт и фуршет в заключение.